Всем привет! Сегодня обычный сброс графического ключа. Также данный способ поможет вам, если у вас пин-код, пароль, то данное видео вам поможет. Итак, смотрите, получается, если вы забыли пароль, то нужно будет сделать сброс настроек. Но при сбросе настроек все данные с телефона удалятся. То есть, если вы пытаетесь вспомнить пароль и не помните, то кроме сброса настроек ничего не поможет. Итак, получается, что делаем? Первоначально выключаем телефон. Если не вспомнили пароль, то выключаем телефон и будем делать сброс настроек. Выключаем. И для того, чтобы попасть в сервисное меню, необходимо нажать определенную комбинацию кнопок. В данном случае это включение и громкость вверх. Одновременно нажимаем их, появится заставка Honor, держим. И затем, когда появится у нас меню, можно отпустить. Итак, нажимаем включение и громкость вверх одновременно. Появилась заставка. Держим. И появляется у нас вот такое вот сервисное меню. Здесь нам нужен пункт Wipe Data Factory Reset. Нажимаем на него. И затем, чтобы у нас произошел сброс, нужно набрать на английском языке слово Yes. Вот так вот. И нажимаем Wipe Data Factory Reset, затем также Wipe Data Factory Reset. Ждем, пока сброс настроек дойдет до конца. Здесь не выключаем телефон, не нажимаем кнопку питания. В общем, ничего не трогаем, для того, чтобы не сделать хуже. Ждем, пока телефон сделает сброс настроек, и затем нужно будет его перезагрузить. И смотрите, то есть если у вас на телефоне был просто пароль, пин-код, либо графический ключ, то после сброса настроек, так, нажимаем Reboot System Now, и телефон начинает перезагружаться. То есть если у вас был просто пароль, пин-код, либо графический ключ, и привязки аккаунта не было, как у нас в данном случае на телефоне, то телефон просто перезагрузится и включится. Может быть ситуация такая. Вторая. Если у вас на телефоне есть привязка Google аккаунта, вы делаете вот так вот сброс настроек, телефон у вас загружается, выбираете интерфейс там русский-английский, ну какой язык интерфейса вам нужен, и затем телефон у вас попросит подключение к интернету, потому что без подключения к интернету вы дальше не продвинетесь. Вы подключаетесь к интернету по Wi-Fi либо по сим-карте, и затем у вас появляется такое как окошко, получается, там можно будет ввести пароль, пин-код, либо графический ключ, то, что у вас было, либо будет надпись «Использовать аккаунт Google». Вот, естественно, если вы не помните пароль, пин-код и графический ключ, но помните, допустим, аккаунт Google, вы нажимаете «Использовать аккаунт Google», и появляется окно подтверждения аккаунта. Вы вводите e-mail и пароль от аккаунта Google, и телефон далее загружается. Третья ситуация – это когда вы делаете также сброс настроек, у вас также привязка Google аккаунта, нажимаете «Использовать аккаунт Google», но не помните, то есть не помните ни пароль, ни аккаунт Google. В данном случае вам, возможно, поможет видео по разблокировке. Ссылка на него будет в описании под видео, либо вот здесь справа будет подсказка на него, либо в конце этого видео появится вот здесь вот ссылка на видео, которое, возможно, вам поможет. Вот. Сейчас телефон загрузится и покажем, как определить, есть там привязка аккаунта или нет. Ну и кому видео помогло, подписывайтесь на наш канал, будем рады новым знакомствам. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и если интересуют какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Но при этом уточняйте модель телефона, желательно версию Android, версию прошивки и прочее. Кстати, под видео будет ссылка на плейлист по разблокировке. Там будут представлены другие варианты разблокировки для разных моделей. Можете, в принципе, заходить туда и смотреть. Ну, либо воспользоваться поиском, если вы смотрите на компьютере. И воспользоваться. Можете также зайти на наш основной канал. Там представлено еще больше видео по разблокировке. И также воспользоваться поиском. Итак, ждем. Телефон загружается, выберем язык, мы будем делать на русском языке. Так, начать. Далее, так, здесь подтверждаем. Далее, пропускаем, так как сим-карта у нас не вставлена. Смотрите, у нас вот такое вот меню. То
То есть мы нажимаем «Далее» и продвигаемся далее. То есть у нас есть кнопочка «Пропустить», и мы, получается, продвигаемся далее. Если у вас телефон, возможно, будет сообщение о том, что был сброс настроек и необходимо подтвердить аккаунт, то, соответственно, у вас привязка аккаунта. И читайте описание под видео, там будет ссылка на, возможно, видео, которое вам поможет. Так, идем. Система о телефоне. DCTI. Номер сборки. Версия Android 9. И остальные сведения, кому будут интересны. В принципе, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем рады вам знакомствам. Если кому-то видео помогло, не забывайте писать об этом. Ну, либо просто лайк, подписка, комментарий, репост. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.